Фестиваль мастер-классов сегодня состоялся в Лисичанске. Педагоги Центра научно-технического творчества совместно с общественной организацией Агентства развития гражданского общества обучали всех желающих изготовлению сувениров. На фестивале собрались от мала до велика. А все для того, чтобы попробовать силы в различных видах искусства handmade. Секретами мастерства, опытом и знаниями делились мастера Лисичанского центра научно-технического творчества. Работает гостиная родителей и детей, клуб выходного дня родителей и детей. Поэтому это все отсюда у нас происходят такие вот идеи. Ангелы соленого теста – оберег для мамы. Его Вадим сделал впервые. А Ваня попробовал выпилить динозавра из фанеры. Мне нравятся динозавры. И потому что из дерева так чуть-чуть сложновато делать и интересно. Решили показать детям, что можно не только купить в магазине, уже и собрать сделать, а и можно изготовить своими руками различные изделия. Такие, как сейчас на мастер-классе, это фигурка динозавра выпилили. Три детали. Ручная работа полностью. Все дети делают сами, я чисто их консультирую, показываю, рассказываю. Дети могли не только изготовить своими руками сувениры, а такую подделку, как самолетик, смогли испытать в действии. Владислав Кровец, Дарья Расторгуева-Куценко, Николай Резниченко, ПОДИИ.